Можно ли продать квартиру по трем договорам? Рассмотрим типичную ситуацию. У продавца трешка, три собственника. Все трое хотят продать. Можно ли продать не одним договором, а тремя? И тогда у каждого будет минус 1 миллион. И 13% придется платить с меньшей суммы, соответственно. Так ли это? И второй момент. Если продавать квартиру тремя договорами, не будет ли у покупателя квартиры проблем? Как это делать? Об этом расскажу я, юрист-эксперт по недвижимости Евгений Корсакин. Вы имеете право продать каждой свою долю по отдельному договору. У покупателя проблем не будет. Просто в ЕГРН запишут три документа основания. При этом квартира будет полностью в его собственности. И если подпадаете под налогообложение с продажи, то налог оплатите с суммы каждого договора за вычетом 1 миллиона рублей. В целом, организовать и провести сделку будет не так просто, как кажется на первый взгляд. Основные причины. Первое. Нежелание клиентов связываться со сложной схемой при покупке. Второе. Невозможность провести такую сделку с использованием ипотеки. Третье. Затраты на нотариальное удостоверение сделок будут немаленькие. С вас лайк и подпишитесь, чтобы не пропустить следующие интересные темы по недвижимости. С вами был юрист-эксперт по недвижимости Евгений Корсакин. До новых встреч. Пока-пока.